В Беларуси создают возможности для караванеров. Речь о возведении новых стоянок для кемпингов, а также улучшении условий для отдыха автотуристов. Все новые объекты оборудуют специальными системами для забора воды и устройствами зарядки аккумуляторов. Создавать будут примерно по 10 площадок в год. В мае прошел международный слет караванеров, который показал, что желающих отдохнуть на просторах Беларуси немало, в том числе гостей из-за рубежа. Развитие получит и придорожный сервис. Сегодня на 30 километров автодорог в Беларуси приходится как минимум один объект общественного питания. Это мировой стандарт. Всего их больше полутысячи, поэтому акцент с увеличения количества сместится на повышение качества сервиса. Сегодня уже достаточно большое количество объектов, то идет именно разговор о качестве, а они сами заинтересованы. То есть, извините, временный объект, который желает только заработать деньги, но он недолго проработает, если он не соблюдает то, что просит покупатель. По сути, так и происходит. То есть объектов очень много общественного питания открывается, но и закрывается. Специалисты также предупреждают, что в связи с жаркой погодой под усиленный контроль попадает качество продуктов питания. Поэтому проверки ожидают и объекты придорожного сервиса.